Здравствуйте, дорогие друзья! Пока мой муж в 2 часа ночи включает свой гаджет для того, чтобы показать, что именно сейчас 2 часа ночи, я вам расскажу о процедуре, которую он сейчас будет выполнять. Все знают о вреде паразитов. Все знают, насколько важно периодически их уничтожать или просто погонять, наверное, в организме. Многие рекламируют всевозможные лекарства. А мы иногда делаем вот такую простую процедуру, которая может помочь нам с ними справиться. То есть в организме они все равно всегда есть и будут, но должно быть какое-то равновесие. И когда человек чувствует, что он может чувствовать? Ну, вот даже какое-то раздражение, какие-то непонятки в организме. Ну, и просто как профилактика, возможно. Но делает он сегодня, делает уже второй день, через день. Второй раз, да. Что для этого надо? Заварили хороший зеленый чай, чашку зеленого хорошего чая, причем очень-очень сладкого. На стакан воды, на стакан чая 2 столовых ложки сахара без горки. Касторовое масло нужно по рецепту 100 мл и коньяк 100 мл. Вы видите, что мы взяли намного меньше, потому что практика показала, что и этой дозы вполне достаточно для того, чтобы с полшестого утра уже надо будет, будет хороший позыв в туалет, и, естественно, все будет работать. И на таком количестве очень хорошо. Сейчас расскажу о самой сути. Итак, в 2 часа ночи нужно начать пить просто горячий сладкий чай. Пятница 13. 13? Пятница 13, да. Давай, так совпало. Поэтому пьет чай. Оказывается, почему 2 часа ночи? Ну так знахари еще с тех времен, вот они рекомендуют именно в 2 часа ночи паразиты. Если они есть где-то там в печени, где-то, может, ну, не знаю, где там они ходят, бродят, они выходят погулять. И тут их кормят или поят еще и горячим чаем. Естественно, на горячий, вернее, сладкий чай они быстренько придут. Доставляет им удовольствие. Да, доставляем удовольствие. Выпиваем чай и минут 10 отдыхаем. Теперь пьет коньяк. Что такое алкоголь? Все знают. Он же также точно подействует и на паразитов. Когда они вышли погулять, тут им дозу коньячка, которая их должна выбить с равновесия, и они через какое-то время не смогут найти дорогу обратно в своих насиженных мест. Так, лимончик не после коньяка, лимончик после этого касторового масла, которое его ожидает в самый последний момент этой процедуры. Еще минут через 10-20, минут через 15. Просто мы уже на своем опыте, поэтому не говорите, что почему Люба этого не делает. Я делала это прошлую ночь. Он делает это сегодня и позавчера. Так же? Ночь через ночь. Да, потому что это все равно какая-то такая вот дополнительная нагрузка на организм. Вот, даже как-то поднимается какое-то... Ну, что-то в организме, конечно, делается. Даже много уходит влаги с организма после этой процедуры. И даже губы пересыхают.
и натягиваются, даже краснеют, и такое впечатление. Я смазывала маслом, а Саша этого не делал, так у него просто аж покрасневшие и аж такие, ну, полопали, можно сказать. Ну, в общем, короче, процедура еще та. И вот еще через 15 минут выпиваем, в данном случае муж выпивает касторовое масло. Очень приятная процедура. Так, я снимаю, даже глаза закрываю. Давай, приятного аппетита. Касторовое масло должно быть комнатной температуры. Оно расслабит кишечник. Ну, короче, завтра утром муж будет сидеть на унитазе. Сегодня утром. А, да, сегодня утром. Где-то 5:30 утра. Лимончик, Саш. Можно теперь немножко... Лимончик не к коньячку, а к касторовому маслу. Да давай! Даю. Фу. Ой, как он еще? Я это все делаю намного быстрее. И чтобы вы не писали им там, что я, типа, муж делает, это я тоже делаю. Но самое главное, смотрите, последовательно. Сначала выпиваем горячий чай. Потом коньяк. Очень сладкий. Да, а потом касторовое масло. Да, хорошего качества. Все должно быть. Коньяк должен быть хороший, 5-звездочный. Касторовое масло покупали в обыкновенной в аптеке. Ну и чай, хороший зеленый чай. Сахар как сахар. И заедаем это лимончиком. Не знаю, я чуть-чуть лимона, не так много. Ну, в общем, короче, лимон. Все, на эта процедура закончена. Видео тоже показывает, что там будет завтра, какие результаты. Я думаю, что вместе с тем, что будет результат, конечно, эти особи, если они там есть, мы, конечно, не смотрим. Но думаю, что все-таки не зря люди это делают. И мы тоже. Все, будьте здоровы, пишите. До следующих видео.